самое радостное событие, которое произошло в мире, это рождение Машиаха. В действительности все небеса раскрылись, славя Всевышнего и говоря всему миру мир. Машиах родился. Это поздравление небес. И я хочу сказать, это для нас подарок. Независимо от того, в какой день он родился, вся слава была Вышней Богу. А на земле мир. И пускай у нас здесь, в Украине, будет мир.